Вы знаете, Днепропетровск — уникальное место. Только в нашем городе президентский кортеж могут попросить прижаться к обочине, потому что едут уважаемые люди. А еще в Днепропетровске живет девочка, которая мечтает знать все секреты. Привет, Свет. Привет, Вовка. Короче, есть тайна. Ну? Только никому. Да я могила, ты чё? Давай? Никому. Да рассказывай уже, ну. Серега переспал с Натахой. Серега, тихо ты. Держись. Терпи, ты сможешь. Нельзя. Молчи. Молчи. Ладно, мне можно. Прикинь, Серега переспал с Натахой! Завтра все узнают. Нет, еще никто не узнает.